Ежедневно торговая система, которая отработана за последние 2 года была в городе Владивостоке, приносит мне 7 миллиардов убытка. Магазины, где можно цивилизованно торговать и где можно реализовать цивилизованно наше налоговое законодательство, они закрываются. Потому что создана целая сеть рынков, а попросту говоря, бедламных базаров, где антисанитария, произвол. Во-вторых, существует очень много различных налогов, которые берутся как государством, так и на местном уровне, местные локальные налоги. И все вот это вместе создает такую большую путаницу и такие сложности, что общий уровень налогообложения очень высокий. Мы сегодня приехали из партизанской, более 160 человек, именно на данной ситуации. Кто-то ответит за то, что уголь больше 200 тысяч... Здесь 80% всей промышленности города Владивостока, 80% оборонная, как вам нравится. Так вот, когда не платят за федеральный заказ, федеральный бюджет, то все это ложится на местный бюджет непосильным бременем. И отсюда просто катастрофа в экономике.